Региональный центр финансовой грамотности населения был создан в 2018 году. По мнению специалистов, умению обращаться с деньгами нужно учить детей с раннего возраста. Школьники должны уметь правильно распоряжаться карманными финансами и понимать, откуда вообще берутся деньги. Есть программы и для взрослых, например, как безопасно пользоваться деньгами в сети интернет. Планируется, что такие уроки финансовой грамотности будут проводиться и в Полевском городском округе. Как раз эту возможность сегодня обсудили в администрации главы территориальных управлений и руководители общественных организаций. Заключить соглашение с муниципальными образованиями по этой работе, для того, чтобы на местах у нас было какое-то координационное такое ядро, чтобы мы четко понимали, мы взаимодействуем с этим ядром, обучаем представителей этого ядра, и тогда эти представители реализуют часть вот этих вот проектов или организуют эти проекты на своих территориях. Если вы обеспечите нам, вот, допустим, этот охват какой-то, да, то, соответственно, мы можем привлечь экспертов, приехать. Наша-то с вами задача заключается вот как бы в следующем моменте. Во-первых, мы прежде всего, наверное, должны снять напряженность, если она есть с точки зрения закредитованности. Эта проблема действительно есть. И она частично может решиться тем, что люди будут знать алгоритм, как себя правильно вести, даже если возникает тяжелая ситуация, он не может, допустим, оплатить кредит. Как правильно себя вести, чтобы не загонять себя в какую-то долговую яму дальше, а чтобы при имеющейся ситуации наиболее оптимально выйти.